Так, ну что, Котя, довольны? Заколочка. Давай, сходили в магазин. Думали, больше потратили, потратили. Сколько мы потратили? Обычно думаешь, наоборот, что мало потратишь, а тратишь много. А сейчас наоборот. Здесь наоборот. 1100, да? Или 1150? 1100 там. Давай, ну мы, в принципе, мясо не купили. Ну да. Только колбаски нарезки, как обычно. Яйца. Мои яйца. Лепешку. А вот лепешку ты мне сейчас приготовишь, лепешку? Ну, хорошо. Купили клубнички. Клубнички. Супер. Ну, это любимое лакомство на выходные. По выходным мы едим доширак. Мы готовить не умеем. Мы готовить не готовим. И едим доширак. Так, водичку. Водичку. О, блин, кошак сейчас. Молочко. Уронит все твои кружки. Маленькое молочко. Маленькое молочко. Ой, с собой. Сейчас возьмем магазинчики, возьмем, знаешь, вот в кофейку так, попить. Вот это вот это тоже вкусно, кстати, мне понравилось. Какая-то новая энергетическая. Это сметанки. Теос. Супер. Ну, вкусняшка. Так обычно, вкусняшки всякие. Кошечки уличных уже покормили и уличные покупали. У нас там выздоравливают, слава богу. Котик вроде. Котик вроде выздоравливает, у нас там больные. Я прям, у меня настроение. Ну дай бог, лишь бы выздоровел. Здесь тоже вкусняшка. Личинка наша любимая, личинка. Нарезочка, потому что с ним нет, лень. Резать и готовить лень. Салатик, а ты завтра бургеры сделаю. Давай, потом сейчас обожрёмся в выходные всякого гадости. Ну, и черноголовка. И водичка. И чупик. Чупик-пупик. Это тоже нет. Это пососать. Ну все, супер. Все, 1150. Нормально. Хорошо.